Всем привет! Вы на канале «Мой дом и я». Вот так вот уже повылазила мята, которую мы с вами садили в прошлом году осенью. Растет и зеленеет. Вот такой уже у нас чесночок. И вот так вот уже поднялся мой лучок, который я высаживала на зелень. Начинает цвести крыжовник и раскрывает первые цветочки слива. Расцветают тюльпаны, уже отцветают гиацинты. Начинает цвести мускари махровые. И обычные мускари. Но сегодня видео будет не о растениях, а о том, как сохранить морковку и буряк до следующего сезона. Храним мы наши овощи в обычной гаражной яме. Сейчас мы их достанем и посмотрим, как они сохранились на сегодняшнее число, 13 апреля. Ну вот, мы вытащили наши овощи из погреба. Храним их вот в таких вот пакетах. Ну, можно брать обычные белые мешки целлофановые внутри, из плотного целлофана. Можно брать любые плотные пакеты. Оно все очень хорошо в них хранится. И посмотрим, что у нас на сегодняшний день. Развязываем пакет с морковкой. Вот, если посмотреть, то морковка как свежая. Немножко начала прорастать. Мелкая. Ну, видите, даже мелочь очень классно хранится. Сейчас я высыплю ее из пакета, чтобы было лучше видно. Есть, конечно, порченная, подгнившая морковка. Сейчас ее нужно перебрать. Но все-таки для апреля месяца это прекрасное хранение, на мой взгляд. Мы раньше хранили морковку в песке, но она не сохранялась такого качества, как в пакете. Сушеная морковка подходит не для всех блюд. И много ее тоже сушить не вариант. Лучше сохранить ее такой, какая она есть. Теперь посмотрим, как сохранился буряк. Ну вот, можете увидеть, что и буряк, и морковка, пусть даже самые мелкие, но они не вялые и прекрасно сохранились. При плохом хранении морковка бы уже давно завяла, но она как свежая. Если вам информация была полезной, не забудьте поставить лайк. До встречи в новых видео!